Всем привет! Сегодня речь пойдет о бренде, который хоть и сравнительно недавно появился в нашем портфеле, но уже пришелся по душе как инсталляторам, так и конечным потребителям по всей стране. Речь о Тианди, входящая в топ-7 лучших производителей IP-видеонаблюдения мира. И в этом видео мы поговорим о топ-3 популярных IP-камеры Тианди, расскажем про их фичи и почему именно эти модели возглавляют данный рейтинг. Меня зовут Женя, вы на канале Secure. Приятного просмотра. На третьей ступени нашего чарта располагается IP-камера TC-C35WS. Это 5-мегапиксельная уличная камера с фиксированным объективом с поддержкой технологии Starlight. Данная технология обеспечивает полновременное цветное изображение в почти полной темноте. Данная камера относится к серии Light, то бишь к основной линейке продуктов. Является экономичной, простой в установке и максимально универсальной. Зона применения данной камеры может быть как и розничные точки, как и автостоянки, склады и так далее. Данная модель доступна с фокусом 2,8 и 4 мм. Также опционально можно выбрать ее в полуметаллическом или цельнометаллическом корпусе. ИК-подсветка длиной до 50 метров обеспечивает качественную картинку в темное время суток. Из аппаратной начинки выделим наличие встроенного микрофона, кнопки сброса, а также слота microSD-карты с поддержкой до 512 ГБ. Софт данной модели порадует пользователя наличием функции детекции движения и периметральной логики. Да, она не только красива, но и умна. Плавно перейдем ко второму месту нашего рейтинга. Здесь у нас расположилась модель TC-C32WN. Надо сказать, что камеры с разрешением 2,4 мегапикселя на сегодняшний день являются наиболее популярными и востребованными у клиентов по всему миру по причине своей универсальности и ценового соотношения. Данная модель доступна с фокусом 2,8 и 4 мм, а также в полуметаллическом или цельнометаллическом корпусе. Класс защиты IP67 обеспечивает абсолютную защиту от пыли и от воды при погружении устройства на глубину до 1 метра с продолжительностью погружения до 30 минут. Реализована молния защиту и защиту от перенапряжения. Также в этой модели сохранены все главные софт и хард атрибуты Light серии Тианди, такие как встроенный микрофон, кнопка сброса, а также слота для microSD-карты с поддержкой до 512 ГБ, наличие функции детекции движений и периметральной логики. Пользователь может максимально удобно мониторить происходящее на объекте с помощью клиентских приложений Easy 7, Easy Life. Ну что, вот и пришло время познакомить вас с бестселлером среди камер Тианди. И это TC-C34WS. Уличная камера с разрешением 4 мегапикселя, фиксированным объективом и поддержкой функции Starlight, о которой мы ранее упоминали. Наша победительница относится к серии Light, соответственно, все вышеуказанные фичи касательно фокусного расстояния, материала, в котором она выполнена, внутренней начинки, сохраняются и в этой модели. А популярность, востребованность и как результат первое место эта модель получила благодаря тому, что основная масса пользователей уже перешла с 2 на 4-мегапиксельная камера. Это уже устоявшаяся тенденция. Эта камера поддерживает кодеки сжатия S+265. Это уменьшает битрейт более чем на 30% в сравнении с H265 и на 70% в сравнении с H264. Результатом является экономия пропускной способности сети и места для хранения данных. Вот таким является топ-3 популярной IP-камеры Тианди. Благодаря своей универсальности, широкому диапазону применения, поддержки основных аналитических функций, они завоевали внимание большого количества инсталляторов по всему миру. Хотим отметить, что компания Secure является официальным дистрибьютором данной торговой марки в Украине, и поэтому по всем вопросам советуем обращаться к нам, чтобы получить квалифицированную помощь и консультацию. А с вами сегодня был Женя. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Ставьте лайк этому видео, если было интересно. А также колокольчик, чтобы следующие выпуски не прошли мимо вас. До новых встреч. Пока.